Всем привет! Сегодня у нас на обзоре 5D Mark III. У этих фотоаппаратов есть такая проблема, как разбалтывание крепления вспышки. Вот так вот это выглядит. Когда она начинает у нас так болтаться, вспышка перестает работать. Для этого нужно здесь кое-что разобрать и закрутить болты с наружной стороны фигурной отверткой. Так, отгинаем. Здесь впереди есть такая металлическая площадочка, она очень легко снимается. Снимаем ее. Так, вот ее мы сняли. Вы видите здесь такие болтики, которые нужно подтянуть фигурной отверткой. Вот видно, как она здесь. Раскрутились болтики, и она у нас шевелится. Болтается. Из-за этого контакты, которые здесь находятся, они не прилегают плотно, и вспышка перестает у нас работать. Так, для этого нам нужно приобрести такую вот маленькую отверточку и затягивать. Вторую. Третью. Четвертый. Все. Теперь наше крепление как новое. Все прекрасно держится. Вставляем обратно нашу пластинку. Все. Надеюсь, наш обзор был вам полезен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!